стационаре краевой больницы имени Вагнера сейчас находятся 125 жителей Верхнеками, у которых выявлен коронавирус. 397 человек сегодня изолированы на дому с подтвержденным диагнозом COVID-19. 1009 человек по предписанию Роспотребнадзора находятся на карантине под наблюдением врачей. В Пермском крае за сутки выявили 332 новых случая заражения COVID-19. Общее число инфицированных в Прикамье – более 27 600 человек. При этом выздоровели более 21 700. Из них за сутки 352 человека. За минувшие 24 часа скончались от коронавируса 19 жителей Пермского края. Всего за весь период 1008 человек умерло от COVID-19. В России число новых инфицированных за минувшие сутки увеличилось более чем на 28,5 тысяч человек. Общее количество заболевших сегодня – 2 миллиона 906 тысяч человек. Скончался за сутки 561 пациент.